Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о Шкоде Суперб 2025 модельного года, который хоть и напоминает своего предшественника, но при этом является совершенно другим автомобилем. Новый Суперб имеет более свежий внешний вид, более современный салон и более технологичные силовые установки. К тому же новинка значительно увеличилась в размерах и получила больше внутреннего пространства. Четвертое поколение, как и прежде, будет доступно в двух вариантах кузова. Это традиционный лифтбэк и универсал, которые так любят фанаты данной модели. Оба варианта будут предлагаться с широкой линейкой бензиновых и дизельных моторов от 150 до 265 лошадиных сил, куда входит подключаемый гибрид с запасом хода до 120 км и 1,5-литровый TSI с технологией мягкого гибрида. Как мы видим, новый Суперб впервые будет предлагаться с двумя типами гибридных технологий, но, к сожалению, полностью электрической модели пока нет. Скорее всего, эту роль в компании будет отыгрывать недавно представленный Volkswagen ID.7, который имеет практически такие же размеры и также доступен в кузовах седан и универсал. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!